Вас приветствует канал «Путешествия» на Алтай ТВ, где показывают съемки с дрона природы с разных мест Алтая. Приятного просмотра, полетели! Курайская степь находится в юго-восточной части горного Алтая, на высоте от 1500 до 1600 метров над уровнем моря. Широкая до 20 километров высокогорная долина, образовавшаяся у впадения в Чую реки Курай, ограничена с двух сторон горными хребтами, северо-чуйским высота до 4000 метров. Если тебе понравилось видео, подпишись и поставь палец вверх или вниз. Если не понравилось, пишите комментарии, отвечу на любые вопросы. Всем спасибо, до новой встречи.